мы с вами были вот здесь на озере, теперь мы едем в городок по имени Фредериксбург. Фредериксбург, если правильно, да. Окей. Как игрушечки. Экскаваторик такой. И как погрузчик, да? Да, не больше, меньше. Ага. Симпатичные продаются вон. Вот такие номера в Вирджинии. Не очень красивые. У нас нью-йоркские оранжевые. А это белые. А вот немножко другой номер. По рисунку. Повеселее, с какой-то туркой. Вот это с другой стороны, вот там из калиточки мы пришли, это с другой стороны, вот там откос за калиткой, это с другой стороны. Но это дом восстановленный, гид сказал, потому что он все-таки с тех пор, он подгнил, и его восстановили. Поэтому вот так вот. В этом доме жил маленький Джордж Вашингтон, оказывается. С матерью, с семьей. Такая первая комната вот с такой кроватью. Здесь спала мама. Мэри. And everything that goes on inside of this house is her responsibility. Такая кровать. Everything from мягенькая, мягенькая. Они были на веревках. На веревках были. Матрасы. В этой же комнате тут же чаепитие было, и камин был. Но это дом восстановлен, он не настоящий дом. Он восстановлен. But they couldn't do the things that got the men noticed. So, for example, one of the things that the gentrymen like to do is run for public office.
Most of them were members of the House of Burgesses, or they were, you know, run for justice of the peace, or they were in the militia, you know. Вторая комната, вот такой зал. Он тут экскурсию небольшую устраивает. Такой вот зал. Там вот окна я уже показывала. Идем дальше на второй этаж. Камин. Этот дом восстановлен по раскопкам. Это не оригинал. Вон там показан оригинальный фундамент дома, а этот дом восстановлен по... Ну, как-то вот археологи восстановили его. Какой он был, какой площадью, какие комнаты где были, в общем, вот такие дела. So this is a nice spot for house, no matter what century you're living. Well, you're looking out the door. I just want to remind you. Мы вышли вот сюда на балкон. Мы вот там у вас стояли, я дом-то как бы показала с той стороны. Но я думала совсем, что это другой дом. Тут Джордж Вашингтон маленьким был совсем. Okay. We are almost to the fall line, so where you can't go any further. Благодаря археологам, вот они тут раскопки ведут, вот, и они вот этот домик по раскопкам они восстановили. И вот там раскопки идут. Короче, здесь по раскопкам они восстановили Джорджа Вашингтона дом. Это не оригинал дом, это то, что было когда-то. Тот домик давно уже сгнил, подгнил и так далее. Так что вот так вот мы попали вот в такое историческое место, но оно не настоящее, так скажем, но полунастоящее. Гид уж очень подробно все рассказывал, у нас просто нет времени, мы пораньше ушли. Вот он, этот домик, так что... Вот тут тоже раскопки за забором идут. Ну, а ложки вот это они здесь. Да, они кое-что нашли здесь, раскопали оригинальную посуду какую-то. Вот, в общем, да. Вот так вот. В общем, узнали мы про раннее детство немножко Джорджа Вашингтона. Как им трудно жилось, потому что мама осталась с 5 детьми. Когда умер ее муж в 49 лет, если я не ошибаюсь, ну, в 40 с чем-то. И вот она осталась одна, и Джорджу Вашингтону было 6 лет. Ну, короче, там длинная история. Кто хочет, сам найдет и почитает. А сейчас мы едем в так называемую Кенмор, усадьба-плантация сестры Джорджа Вашингтона. Напоминаю, что мы едем Фредериксбург, городочек. Вот такие вот улочки симпатичные. Домики. Arriving at 1202 Washington Avenue on the right. Так, вот мы приехали, похоже, да? Вот это с правой стороны нам показывает наш путеводитель. Вот здесь за забором. Здесь, так, вот это вот Кенмор. Вы смотрите, за забором здесь оказывается кладбище. Вот такое вот. Так, а где ж Кенмор-то? Вот знаете как, искать надо все. Вон какие памятники. Такие вот. Это симпатичный домик, весь в цветах утопает. Это в честь мамы Вашингтона. Университет здесь находится, в Фредериксбурге. Едем по историческому центру Фредериксбург, и сейчас мы увидим дом
мэри мамы Вашингтона, когда она, ну, уже была старенькая, и он купил ей этот дом за $250 примерно. Вот. Arriving at 1200 Charles Street on the left. В каких одеждах женщины ходят? Дальше, да. Подальше. Где-то этот дом совсем рядом. Вот. Вот этот, да? О, да. Сейчас я быстренько выйду и покажу вам этот дом. Мы вовнутрь этот дом не пойдем. У нас очень так вроде время подпирает уже. Вот находится Льюис-стрит и Чарльз-стрит. Этот дом, вот он такой. Я просто вычитала в Википедии, что он куплен очень, ну, по тем временам за $250. Это 1700-е годы. Вот такой вот он. Беленький, длинненький. Вот, так что скромненький. В городе Фредериксбург. Они здесь, вся семья здесь, в основном в окрестностях-то и поселились. И она перед смертью, по-моему, здесь прожила последних 7 лет, что ли. Такая вот улочка, очень... Тут вот старый город, здесь вот все улочки такие тихие, спокойные. Конечно, я думаю, этот дом восстановлен. Он же 300 лет, он же не может простоять такого вот формата. Поэтому он восстановлен, но вот такой он как был, так он и остался.